Снять руку и потом повернуться, тогда будет освобождение захватом, да? То есть я уже помню. Теперь, я посмотрел, молодцы, многие из вас. То есть помните, рука не прямая, а рука ставится так, чтобы была на уровне ноги. Это нога. И тело подходит к руке. Вот это? Вот помните, Степаев, у нас упражнение, да? Ката. Когда вас схватили за руку, да? Если там, помните, бьем, подходим к локтю, вот же, раз, видите, освобождение захвата. Мы подходим к руке, а не тянем руку на себя. И здесь то же самое, только рука вот сюда подходит, к боку. Вот это? Она держит меня за руку, тащи меня, я ап, и подошел к ней вот так вот, видите? Я руку не вытяну сюда. А потом уже раз, руку его, ее натягиваю на себя. Ну кота? Меня за руку, тащи меня, я ап, и подошел к ней вот так вот, видите? Я руку не вытяну сюда. А потом уже раз, руку его, ее натягиваю на себя. Ну кота? Поэтому встали, контроль нога, о, контроль, и тело идет кулаком. Голова, круг, поставили, сели. Ну-ка, давайте еще раз.